Многие часто говорят о том, что танки это уже не актуально в современных условиях ведения боевых действий, так как в настоящее время в мире имеется огромное количество различных противотанковых девайсов, способных довольно-таки эффективно деактивировать эти машины. Тем не менее, практически у всех передовых армий мира эти машины имеются. Более того, во всех этих странах танки успешно модернизируются и создаются новые их образцы. Не пасет за одних в этом плане и Украина, постоянно модернизируя и увеличивая свой танковый парк, что с нашей, как всегда, объективной точки зрения очень даже себе положительно. Так, 24 января киевским бронетанковым заводом в армию отправлены первые партии с 15 отремонтированных и модернизированных основных боевых танков Т-72. Об этом сообщает командование сил логистики ВС Украины. Все боевые машины прошли капитальный ремонт, а при модернизации была обновлена оптика, стабилизационная система пушки и улучшены общие ходовые характеристики. В ближайшее время, до конца января, в вооруженные силы будет отправлена вторая партия из 10 танков. Еще 6 Т-72 танкисты получат в феврале, которыми будет укомплектован танковый батальон. Также, среди обновлений приборы ночного видения с электронно-оптическими преобразователями третьего поколения, ночной прицел 1К-13 с возможностью ведения огнеуправляемой ракеты «Комбат», двигатель В-84-1 вместо В-46, комплекс динамической защиты, радиостанция «Селсан», навигационная система СН-3003 «Базальт» и так далее. В общем, плюс еще один новый танковый батальон, который в украинской армии в наших условиях точно не будет лишним. Так что, как всегда, зачет.